Легендарный дагестанский аул «Призрак Гамсутль» будут реставрировать. Работы будут направлены на сохранение исторического памятника архитектуры. При этом он не претерпит серьезных изменений. Минтуризма региона уже нашли меценатов, готовых оказать посильную помощь. Это преимущественно выходцы из села. Стоит отметить, что ранее некоторые общественные организации намеревались с этой целью открыть сбор среди населения. Однако в ведомстве пояснили, что в этом нет необходимости, инвесторы возьмут все расходы на себя. По поручению главы республики нами проводится работа по разработке проекта по сохранению и развитию села Гамсутль. Минувшее воскресенье по этому вопросу с представителями потенциальных инвесторов села Гамсутль посетил министр по туризму и народно-художественным промыслам Мирдан Веймин. Считаем, что территорию самого села и прилегающую к нему территорию необходимо развивать комплексно.